Ваше Величество, как мне кажется, мы испытываем друг другу достаточное уважение, чтобы задаться вопросами, поговорить, как женщина с женщиной. Мы ведь одного возраста. Правда? Разница в каких-то полгода. О, и кто из нас старше? Я старше, мэм. Только этого нам не хватало. Двух женщин за штурвалом. Может, как раз это и нужно стране. Мой долг, моя цель — сделать эту страну из зависимой самодостаточной. И кажется, мне это удается. Безработица, рецессия, кризис — опаснейшие из игр наживать врагов направо и налево. Не для тех, кто привык иметь врагов. А вы? Разумеется. Однажды, мальчик мой, ты станешь королем. И твой первейший долг — найти женщину, которую народ полюбит как принцессу, а со временем — как королеву. Еще семья будет совершать ту же ошибку и потом платить по счетам. Я хочу стать для вас своей. Все, что мне нужно. Что надо сделать, чтобы заслужить сочувствие в этой семье? Со временем перестанет ершиться, научится гибкости, уймется. А если вдруг нет, что тогда? Сломается.